Моя жена не очень умеет считать, поэтому она купила квартиру и сдает ее. Квартира, конечно, прелестная, с шикарным дизайнерским ремонтом, но есть один нюанс. Прибыль приносит квартира всего лишь 3,8% годовых. Кому интересно, в предыдущем ролике расчет. Я считаю гораздо лучше, поэтому я купил апарты. Здесь всего 18 метров, но главное ведь прибыль. Стоят апарты почти 4,5 миллиона, сдаются они за 540 тысяч, поскольку они в центре, сдаются посуточно с помощью управляющей компании. Налог 4%, реновация, поскольку они маленькие, то есть стоит повторный ремонт в них дешево, коммуналка заложена в аренду. Итого 10,8% годовых, что в 3 раза выше, чем квартира. У меня про деньги, подпишись.